Каждый говорит, как его зовут, и потом делает какое-нибудь движение, которое его характеризует. Например, я говорю, меня зовут Миша, и я делаю так. Эй-эй! И все повторяют. Раз, два, три. Давай, кто следующий? Давай ты. Меня зовут Игорь. У-ху! Отлично, дальше. Меня зовут Мия. Как ты делаешь? Ты как будто, знаешь, актриса слез. Давайте хлопать Владу, да? Давайте будем хлопать Владе и говорить «Молодец! Молодец! 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 Молодец!» Теперь будем все Владу гладить. Раз, два, три. Влада, ты такая молодец! Так классно выступаешь! Такая классная! Давайте, каждый что-нибудь Владе хорошее скажет. Влада умничка. Ты такая красивая. Влада, ты очень классно стесняешься, тебе очень идет. Мне нравится. Представляю, как ты будешь играть. Да? Как ты будешь играть круто, если ты так стесняешься артистично. Что ж будет, когда начнет главные роли играть, вообще порвет. Окей, супер, пошли дальше. Молодец, круто. Не-не, а вы-то не пропускайте. Меня зовут. Ну, я делаю. А, меня зовут. Я делаю. Кто ж умнее, взрослые или дети? Дети! Ура! Хотите быть долго молодыми, будьте шумными. Угу, настаиваю. Как тебя зовут? И что ты делаешь? Вот так. Так, отлично. Меня зовут Сергей.